То есть не так рубаху, да, чистить. 5 дней же ребенка. Это вообще нереально большой. Стой. Всего 5 дней. Мама, с мамой хорошо так. Стой, Делька, не уходи. Хорошо с мамой. Она не гуляет, ее нельзя, да, гулять пока ей? Нет, она должна окрепнуть, чтобы она ноги не попирала. Ой, нет, вот большая-то, маманя-то сейчас. Не, без жеребенка не пойдет. То есть сейчас пока она это, дома, так сказать, в декрете сидит. Чешется тут. И снизу чешется. Скажет, какое-то существо. Вообще-то мама должна это делать, чесать ее. Любит чесаться, да? Конечно, она все чешется. А почему чешется? Машкара сейчас пошла. А, их кусает. Как сладко. Рыженькая. Они два ребенка никогда не рождаются. Очень редко. Представь, два, вот так это большой. Один так. Один из них может быть даже слабый и часто в каких-то дорогих конюшнях корову просто убивают. Потому что не возятся с ними. Если бы у нас такое счастье родилось, мы бы... Тебе всего 5 дней, что ли? Вообще что-то невероятное прям. Ну как это 5 дней может быть такому большому? Представляешь, существо, которому 5 дней. Ты сколько живешь на земле? 5 дней, да? Ну-ка, посмотри, как сформировано. 5-й день жизни. Люжа добренький такой уже. Людям расположен, доверчивый. Пушок вообще.